Судья фиксирует нарушение и вполне может. Это предупреждение. Ну что сказать, голище. Ну, ребята, ну как же так? Надо же страховать своего вратаря. И это шанс забить. Это удар. Это момент. Гол! После розыгрыша последовал великолепный пас и, как следствие, конечно, гол. Классное исполнение, здорово он оценил ситуацию и пробил точно в левый угол. Ди Мари. И как опасно пробил. И это гол! Мяч влетел в сетку от штанги. Плотный, смачный такой удар получился. До последнего казалось, что мяч летит мимо ворот, но в последний момент он взял и нырнул в самый угол. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Отличный удар! Гол, но на разницу в счете это особо не влияет, она все еще большая. 3-1 счет, результативный получается матч. Он с мячом и продолжает накручивать. И это удар. На месте голкипер, все в порядке. Может получиться интересная атака. Бить можно и забивать.